Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6. В последней серии мы посадили самолет, встретились с здоровенными людьми-ногами, которые несколько раз нас зрелищно убили. После этого встретили Эйду, в погоне за ней встретили Криса. И сейчас опять ничего не понятно, почему-то Эйда какая-то враждебная, что ли. Хотя только что несколько серий... назад. If Sherry's intel is on the money, Simmons should be just up ahead. Be careful. Да, кстати, Шерри встретили с Джейком. И, надо сказать, они тоже тут. То есть все тут. И Крис с напарником. Как его Крис с напарником зовут, я не очень помню. Он вообще какой-то такой самый безликий, наверное, персонаж из всех этих. Ну да. Но в целом, конечно, было дело. И с роботами в предыдущей серии повоевали, с какими-то защитными. Я даже не знаю, кто это будет. С которыми мы мясорубку вместе падали. Ну да. Смотри, какая Елена. Ругачая. В Китае, короче говоря, все довольно плохо. Это что за строящееся здание? Нам, наверное, туда надо? Ну, так-то да. Давай посмотрим, что-то на улицах творится. Я уже понял, что тут не лучше, чем в том американском городке, в котором мы были. Да, однажды мы были на улице. Американский ли это городок был? Но 70 тысяч людей там погибло. Поезда. Ненавижу поезда. Как удачно-то, да, мы попадаем? Ну да. ЦРУшники опять тут, как тут. Агент Беркин, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? What? Are they running down the street, screaming it to anyone who listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. Can't see how killing the president is good for the country. The president's dead? Well, we have Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Dispose of them. Ну да, что будет так? Hold your fire! Those two are still of use to us. You need to be more careful. All right, all right. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste him? Because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call into FOS, get you some protection. Now move! Alert the men outside. С 10 метров друг друга стреляют. Ох ты, это какой-то чудак. Не все так просто, да? Не, ну это классно. She got me. Че, у них с лицом-то стало? Это, по-моему, кто-то из друзей Ады Вон. Да, что-то сильно ему вкололи. Ой, да ладно. Мне кажется, сейчас что-то будет. Если это будет хлеще, чем... помнишь поезд в Uncharted 2? Ну да. Если это будет хлеще, чем там, то, я не знаю, это просто великолепно. Ну... Самолет уже круче получился, чем в Uncharted 3. Да. Самолет уже круче был. We can't let him escape. Так, we won't. We're ending this now. Нужно get to the chopper.
Get to the chopper. Ты так руками открываешь двери, что я прям... Так это делается. О, патрончики. Ой, много. Трава. Ой, нет, выкидывать не надо. Прописать не надо. Отличный симулятор ходьбы по поезду. О, наверх. Ну давай. Давай, я пошел. А, нет. Ладно. Вдвоем, хорошо. Надеюсь, нам уворачиваться тут не придется сейчас, как в Uncharted. Team was sent after her. You, Simmons, you're all ours. Are you here to avenge the president? Is that it? You fool. Had he disclosed the truth, как ты думаешь, the US would have lost all its authority, and the global would have collapsed. So avoid one possible disaster, you create another, no matter how many people die, and it'll be stopped. He was leading my country and this world. It's a complete... Все, пошел процесс. Я бы отошел подальше. Я не уверен, что можно так в полный рост стоять на движущемся с такой скорости поезда. Какие парни могут? Офигеть. Я же говорю в 100. Ну да, точно так же говорю. Так. Типа, я думаю, надо бежать. А некуда. Куда отходить-то от него? Так. Пожалуй. Я правильно понял. Офигеть. Так, тихо, спокойно. Без паники. Какой без паники, отступаем. Меня уронили. А, я вообще не понял, это что за камера, а? Да, и еще поезд поворачивается. То есть и так тяжело целиться, так он еще и прицел будет. Постоянно. Он еще не с той стороны, блин, оказался. Куда мы бежим вообще? Куда мы бежим? Сбежим с движущегося поезда от него. Закрыто. Ну, блин, камера. Все, мы приехали. И здесь... Вон сверху. Давай. Ой. Вот прям где он стоит. Что, вошло? Я могу подняться на него. Давай, поднимайся. Удачи тебе. Меня я бы тоже хотел. Ладно, валим. А стоп, тут была кнопка. Была, но сейчас мне просто. Ой, я тогда убегаю. Я убегаю тогда. Ой, он ко мне пошел, по-моему. Нет, он к тебе полез. Я бегу сверху. Так, он медицинский спрей взял. Так, я сквозь потолок не могу его простреливать. Еще патроны взял. Так, ты где там? Ты бежишь? Я бегу к тому дальнему концу. Все, там вниз. Вниз? Здесь еще одна дверь. И она закрыта. Не-не-не, мне кажется, нужно просто его сзади обходить и стрелять. Ну давай тогда ждем. Как кто-то подойдет. Все, ясно. Блин, за опять вагон мотается. Сейчас к нему попадешь, по-моему. Ну, подойти можно немножко. О, смотри, я снова могу подняться наверх. Ну да. Не знаю, зачем. Давай меня тоже подтяни. Давай. Так. Леон, come on! Ой, он сзади ползет.
Ползет и ползет. Сейчас мы его расстреляем, зайдем ему за спину. Ну просто стреляем, короче говоря. Как близко будет, можешь прыгнуть. Вот, вошло, нормально, понравилось. Я, по-моему, все просто мимо выстрелил. О, дезертир. Давай перезаряжай быстрее. Так, а может в тот момент, когда ему нехорошо становится, ему нужно что-то... А я вроде бы подбегал к нему, ничего не происходит. В колодку постреляем, да? Так, дистанционную бомбу надо было взять. Я взял. Везет. Только я не умею пользоваться. Нажимаешь кнопку прицела, он ее кладет. Нажимаешь кнопку выстрела, он ее взрывает. Так, ты где? Я внизу. Я тоже внизу, за тобой. Сейчас он к нам спустится. Блин, в этом... О, так, тихо. Пошло. Шо. Так, и теперь пока он мучится. Так, я поставил бомбу, если что. Вот. Тихо. Отбегай. Не. Давай. Блин, я слишком поздно сообразил. После того, как его роняешь, короче, рви. Я нажал и... Так прицел надо было держать. Так, вот она тут теперь. Рви. Держишь прицел, нажимай выстрел. Все, понял. Блин, он поднялся. Короче, после того, как его бьешь вот так вот, вытягиваешь как-то, нужно будет X нажимать очень быстро. Так что сразу нужно приготовиться. Ладно, будем знать. Фу, короче, блин, так. Где ты, тварь? Вон он спрыгнул. Сейчас пойдет к нам. Блин, а где у тебя дистанционка? Я шотганчик взял. Ой, как он пробирается, вот. Сейчас так, он долбанет нас. Блин. Скотина ушел наверх. Он уже при смерти? Ну, то есть не при смерти, его ну сейчас да, можно думаю, будет обработать. Пару выстрелов и все. Так, давай отходим, сейчас он спрыгнет и начнем его урабатывать. Ой, он внизу уже. Так, все, ему плохо. Смотри, стреляем. Так. Давай. Хорошо. И что мне это дало? Ой, не сказать, что много, но ему понравилось. Я, конечно, так бешено вколотил кнопку X, что аж страшно за нее стало. Все, он опять ушел. Фу, так, блин, что с ним делать-то? Так, пистолет возьмем. Победите мутирующего Дерека. Может, наверх давай? Да, попробую. Я тебя подкидываю. Так, ты подвисишь, что ли? Так, я пошел. Сейчас тебя сразу забираю. Леон, come on! Окей. Так, теперь... Похоже, его просто долго и нудно нужно стрелять. Так, беру винтовку. Ой, блин, ой. Он бежит прям к тебе, хрена. Так, ему... По-моему, уже хило. Все. Все, отбегался. Ну и слава богу. Я бы его больше скинул. Офигеть, круто. Ну конечно, в порядке. Да елки-палки. Так, мне надо бежать. Как к нему отвлекать? Не знаю. Как хочешь, отвлекай как хочешь. Я не могу. О, блин, я же спринтанул. Блин, для спринта нужно нажимать кнопку X, я ее зажал. Почему так все не так произошло? Почему? Зажал? Блин, это какой-то адреналин раш просто, а не игра. Так. Беру пистолет. Ну вот, я спринтую. Он там просто все коробки сносит. Ой, блин. Да ладно. Вертолет, там вертолет. О, спел.
Ой. Твою мать, отвяжись. Беги. Капец, он скачет. А это что такое? Он еще и шарашит нас, что ли? Его еще и пулемет на этой хрени есть. Так, у меня патронов уже особо нет. Блин, апокалипсис один какой-то. Ты посмотри, блин, это какой-то капец. Ну ладно, вроде не так много он этим снимал. Да ёлки-палки. Что говоришь? Чё там? Я ничего не хочу. Да, стрелять-то самое главное. В тушку. Да-да, в пушку стреляешь, ему нехорошо становится временами. Так, прячемся. Сейчас он всадит в вагон. О, ёлка-палка. Ну, замечательно. Великолепно просто. Ты успел? Я скажу, что ты успел. Я не хочу через это снова проходить. Так, ладно. Давай. Ох ты, ёлки-палки. Охренеть. Он бил ему на пол. Медоеды на все плевать. Чем это что-то вообще разговаривает? Он пошел на таран. Че делать? Они особо не бьют куда-то. Он на нас бежит! Ой! На меня упало. А что надо было делать? Знаешь, что надо делать? Надо от него бежать. Думаешь, не случилось на тебя перекачанного каким-то, блин, этим вирусом монстра надо бежать? О, так, нам по-новому в него расстрелять, ну ладно. Никита, это он охренел просто. Ох, так, ладно. Жизнь на бактане, да, да. Так, вот это возьмем. Это есть. Ой, ему нравится. Конечно, по такой тряске. Офигенный стрелок. Так, он сейчас влупит по мне. У меня еще все оружие-то, блин, такое более-менее ближнее есть. Не знаю, со снайперки постреливают. Ваня. Ох, как идет. Так, он сейчас будет дырявить около тебя там все. Не. И сейчас он сюда полезет, да? Мы полезем на крышу, хорошо. Замечательно. Короче, побежали просто в противоположную сторону. У меня других вариантов нет это, вообще. Это отличная идея. Это реально отличная идея. Или я просто не знаю, что делать. Я боюсь. Но они типа нацеленные же. Ну, нацеленные. А все спрыгнули, дают. Супер. Что он... делать? В рожу выстрелить, я не знаю. Так, что мы можем сделать? А может вертолет что-нибудь как-нибудь? Не уверен, честно говоря. Если только прыгнуть на нее попытаться. Ну да. Так, идем. Идти больше некуда. Не, ну прицел прям наводится на него, то есть... Ну, типа, стреляйте. Да. Дезерт игл на 3 выстрела сейчас сделал. Я им в голову попал. О, я тоже. О. Я с дезерт игла высадил в него. 3 пули. О, да. Офигеть, душный парень был. А он еще жив. Ну, конечно.
как его всего раздеребанило. Какой отличный вид. Офигеть. Shoot him. In the head? Ну да. Блин. Сдохни, сволочь. Ну давай уже умирай. Зашибись, только сошедшего. Я думаю, мы искупнемся скоро. Ладно, хоть об канаты не затерло. Ага. Четыре таких половинки падают в воду. Бульк. Офигеть. Это что было вообще? Это босс? Ну, это был жопораздирающий босс на самом деле. Не столько сложный, сколько трудно было понять, что от нас требуется там. Под конец. Слишком мало времени давали на это. Фух. Кто там нас вызывает? У нас еще и задание какое-то есть. Да ну на, я бы отпуск взял. Did we finish it? I don't know. But we did what we could. Let's go. Только прибыли в этот Китай. Что там у нас наверху? Что-то у меня персонаж так стонет, что... И тебя тоже. Я думал, тут сейчас сотни тысяч людей стоял. Или нет? Бесы. Разрулили тут все, что ли? Китайские граждане эвакуируют своих, взрывают ядерными боеголовками. Я подумал, что это конец кампании за Леона, если бы... Mm-hmm. Если бы мы не видели того, что в прологе было. Да. Оба. Abducted? Why? Files. The one she gave us. This is the key to stopping the sea virus. It's... Jake. Hunnigan, could you check and see if the BSAA has any units near the oil field? Да, Крис Редфилд. Ты еще к нам летит там? Угу. То есть я уже забираю свои слова о том, что американцы со своей демократией решили не взрывать весь этот город. Мы спаслись! Ура! Ура! Мы будем жить! Ура! Светлое будущее! Ракеты с цветами и подарками от Америки! Это что вообще за... это не ядерная бомба. Это туман это что ли? Ёлки-палки. Вот это действие. Я думал, это зачищает, а это наоборот кто-то заразил. В эту секунду я рад от понимания того, что нам-то нужно на нефтяную платформу 80 миль от этого места. Да.
Меня просто поражает насыщенность этой игры. Да, блин, реально, каждую секунду что-то происходит, даже когда... полгорода, ну, так весь... Каждые 15 минут резкий поворот сюжетный. Офигеть. Но, тем не менее, на этом мы эту серию завершим, наверное, потому что уже подустали, какая-то у нас уже... 29 минут. Да. Да, большой марафон. Засели так часика на 4, на 5 сидели, играли. Ну, блин, игра просто радует именно вот своим разнообразием. Это, по-моему, удивительно, да. Так что увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам нравится. С вами были Артур и Джек Шепард. Пока-пока-пока.